Смотрите, какой аппарат интересный. Он снег убирает, молодец. Импортный. Ух ты, он дождался. Ух ты, какой молодец. А мы не торопились, наоборот. Мы думали, он поломался. В общем, подъезжаем к тому месту, где 3 января мы подъехали. И были переметы, которые мы решили не брать, ну их нафиг. Нам еще в лоб выехал бешеный УАЗик. Дорога, видите, сплошной лед, потому что вчера была оттепель конкретная, а сегодня минус 11. А завтра будет минус 30 и до минус 40, естественно, ночью. Ого, какие большие фуры, ой-ой, я их боюсь. Вот, до минус 40. Поэтому мы не скажем, куда поехали.